air qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. У них некрасивые такие станции. Вот перрон. Серый просто перрон. Серые стены, серый асфальт под ногами. Это у нас мрамор. Ну, примерно как у нас электричка. Мы сидели, а нас пугает же, нас ведь пугает, что вот осторожней, сумки прячьте. И наши женщины сумки убрали под пальто, под плащи. А пленки, какие пленки он ищет? Это вот Париж. А вот это уже не Париж. Так, ну а здесь наложение же. Да. А то что вы хотите делать тогда? Я как бы предвижу Марокко. Это вообще-то центр Помпиду, там куски. Не, ну, извиняюсь за выражение, понял, будет твой. Нет смысла, я не вижу, зачем это делать? Ну, не получится, к сожалению, да, сейчас. А взгляд, вот этот взгляд из СССР. Объективно они неинтересные. On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène en marchant de marron, une chambre au cinquième étage. Les cafés crème du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs de quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, y a des gamins, des artisans, y a des camelots et des agents. Et des matins de printemps.